А что такое? Стил. Может, обстоятельства какие-то, а может... Зачем включать микрофон, когда телефон звонит? Я случайно. Сейчас, секунду, пацаны. У меня тоже на Nokia рингтон Apple, блин. В чехле даже никто не отличает. Так, все, я отчитался, а что такое? Дайте шкаф Марата, суманите, пожалуйста. Давайте на кинетике у нас. Даже не знаю. Субкультура, посиди на кинетике, друг. Давайте, субкультура, щелочка. И кто-то... Ну ладно, кидайте ролл, РДД, все, короче, кидайте ролл. Кто не кинет ролл, тот на кинетике. Два. Почему? Шею проебал по роллу. Давайте, пишите, кому что не хватает, я буду на кинетике, ладно. Чек на пол. Дживс у кого-то, Дживс. Чего там ролили? Кто на кинетике? Некромаг, ты здесь? Скажи, пожалуйста, на кого напулить. Напулить Талдорама на Войда. Разбойник и щелочка Талдорама на Войд Кнайта. Все готовы. Подходим ближе к боссу. Пожалуйста, не умирайте от вихря. Протопал на скиле может дать сакру. Рога неактивного, да? Оба напуливает неактивного Талдорама на Войд Кнайта. Да не надо, Диан, бей, босс. Я посижу. Ты же понял, что там лунным огнем можно подбивать, да? Я всегда считаю, что типа чем больше у меня дамага летит, тем она выше подлетает. Палочка зачем-то погиб. Зато тот шаман в тумане не сидит. Ну это типа не смуч, который плохо хилил и кричал: смучу ману, смучу ману. Ник Нордик свободен. На X5? Нет, тут на X1. Я вижу, у тебя КД на срезку нету. Да похуй ману смучу, а за это...
Я с собой на кинетике дефендант сидеть. Пацаны, если вы бы до вихря вбили бы босса, я был бы первый. Я только не могу прочитать это заклинание. О, не зря сходил в ЦЛК. Вообще не зря. Наручи без ГБ на холи пала. Резайте пацанов там, не спешите, спекайтесь, танков кого просил. Перчатки на холи там кого-то пристану. Не знаю, кто их носит на самом деле. Без ГП нужны кому-то. Кольцо на мейн. ШП Локи. Дайте гим на ману. Жалко ину тратить себе. Кольцо на оф. Субкультура. Вы не рестали, ребят. Я ж пекался. Меня слышно? Да. Угу. Рил, наверное, придется поменять Лока. Ты опять лагаешь? А то у меня вот еще стреша еще до этих самых, до совета. Начал прыгать, ну нифига там. Короче, тогда, 3 косаря, 1.5 косаря. Ну то есть есть замена, вот прям пацану второй раз уже в рейд судьбоносно попасть. Больше, угу. Больше нет. Ну извиняйте. Ты ничего, выздоравливай. Это скажи моему провайдеру. Такое часто бывает с качеством интернета, но у меня это потому, что батя биткоины майн. Наверное. Сколько уже накопил? 6 есть? Не, ну он же не... Биткоин же сейчас нельзя майнить, там эти лайты всякие. 6. 6 это знаешь, сколько денег сейчас? Я знаю. 6 биткоинов на сегодняшний день это 3 миллиона рублей. Смотри, я почти... 9 косарей почти собрал. Да. Мне еще 2 человека, короче. Сегодня 11200 уже стоит биткоин. Охренеть. Сегодня был пик. А так вообще, ну десятка была утром, а вечером 11200. Ну сейчас опять отвалится. А потом да, опять вырастет. Ну их после Нового года обрушат, короче, потом к лету они опять вырастут. Причем вырастут. Ну прогноз, короче, ставит, что к 2019 году 50 тысяч он будет ставить. Ну, может быть, они читали статейку, что ну он, когда упадет, короче, будет просто фаталити рекорд. У них сейчас спрос, типа, ну, что там одна из теорий, что они, типа, и заварили эту кашу. Там, может быть, немножко параноидальная, но где-то, правда, там есть сейчас бешеный спрос на их продукцию. Слышь, Ром, если у твоего бати 6 миллионов рублей, какого хера ты в этой игре забыл? Нет. Виталик спросил, есть ли 6 биткоинов. Я сказал, что 6 биткоинов — это 3 миллиона рублей. Но откуда такие деньги? Нет, конечно. Это как 001 там, или как оно считается? Раньше ни хуйню стоили. Тип, короче, который первая покупка, официально зарегистрированная биткоинов, короче, тип, за 10 тысяч биткоинов купил себе 2 пиццы, короче. Это первая зарегистрированная покупка была в 2011 году за биткоины. Но это, правда, инфа вся из контактиков, из статей, там, типа, пикабу всяких таких. Не знаю, насколько это достоверно. Но считается так, короче. Их всего вроде в мире 21 миллион, короче. Нет, их меньше, их там даже, ну, их даже 100 тысяч нет, по-моему. Да спал, паучка. Ты их же сейчас видишь, ну, как бы сейчас эфириум растет сильно. После биткоинов есть вторая монета, лайткоин, которая там тоже 4 или 3 тысячи долларов стоит. Ну, их же сейчас этих монет, ну, где-то больше сотен уже, наверное. Которые, ну, стоят денег. Ты не думал заняться фигней, нет? Ну, я не знаю, мне что заняться, он... Отец занимается, дай ему денег, он купит и все занятия. Сегодня, ну вот вы смеетесь, сегодня, короче, где-то, я читал, что в Москве, но меня отец поправил, короче, в каком-то городе таком крупном, то ли в Краснодаре, где-то, короче, сгорела 4-комнатная квартира, у типа было 7,5 раз перегруз на проводку, короче, ферма биткоинов была, тупо 2 стеллажа стояла, комнатная, намайнил, короче, типа. Ну и похер, пошел новую купил.
То есть я тут так послушал. Ну это если намайнил, кто купил, а если не намайнил? Beautiful, поднимайся, спекайтесь все, Фердинанд, ТВРК, Ваня, дай шкаф. По-моему, чем эти всякие биткоины фармить, по-моему, лучше к этому в МММ пойти зарегистрироваться. Так это тот же там не кинут. МММ. Биткоины тоже кинут, просто, ну, МММ, как бы оно пока существовало, если ты был не последний, то ты был в выгоде, поэтому это не сильно и плохая штука такая была. Фердинанд, у тебя какой спек? У тебя демолог есть? Тут тоже в итоге всех кинут, но просто когда это будет? Сейчас же можно... Но не факт, их если, ну, как бы не запретят, это ж, ну, производство, считай. В МММ это просто передай деньги, чтобы получить деньги. А в биткоинах, ну, производство реально, они же производят интернет-ресурс, вот эту информативную валюту. Так как? Там, погоди, там сейчас это Америка санкции опять обложит и запретят все. Ну, вы видели, короче, ну, когда только вот эта вся фигня началась, Войт вылетел, пока поговорим минутку. Фердинанд, какой у тебя спек? Ты просто написал мне, что ты в РК, но ты молчишь. Ань, спекайся в демона. Давайте последний раз спрашиваю. Фердинанд, ты слышишь меня? Может, заходит еще только. Он мне в личку написал, я в РК, бро. У тебя демолога спека нет? Да есть, я не домашу, не умеем. Да я не тебе, я Фердинанд. Ну спекайся у демона домашу. Нету. Проверяйте бафы. Вань, спекайся, у него нет демона. У тебя написано, Фердинанд, у тебя есть демолога спек? Все, я спекнулся. Блин, Рома, дай я зайду на этого босса на холипал. Да не надо, Димон, брат. Только на этого босса, только на этого. Да тут наоборот хилить надо много. Гершам, бог, хилит, цепуха, кидаешь. Нет, холипал, бог, бля, ну тут можно... такой. Дайте рыбу, есть рыба. Пацаны, чуть-чуть не понимаю, Beautiful в шп-спеке. В хила шмоте, а субкультура в шипе спеке, ну, у него не очень шмот. Вы кто в каком спеке? Кто что делает? Вот Beautiful, ты не мог раньше это сделать? Вот сейчас теперь мы будем ждать, пока субкультура спекнется в ДЦ. Субкультура, спекайся в ДЦ, пожалуйста. Быстренько пей ману. Быстро, инеры, что говорил про биткоины? Просто... Да все. Не будем инеры кидать, там Джерин сидит по мане. Короче... Как только биткоин в какой-то день там $4200 стоил, это типа круто считалось, ля-ля-ля. На следующий день какой-то китайский министр вышел и говорит, у нас в стране биткоин будет заблокирован. И тупо сразу в тот же день биткоин стоил 2700, он тупо упал сразу. Потом через день еще раз тот же самый тип выходит к телевизору и говорит, меня не так истрактовали, у нас его не запретят. И он опять расти начал. Это единственный был под такое падение жесткое биткоина. Давайте, Войт. Только танки. Вперед, вары стоят, танки пошли. Потом рыбу поешь, Диан. Только танки. Ты что, там агронабор не вкачал? У Войда? Не знаю, не смотрел. Не, у тебя. Ну ты-то спрашиваешь, если он укус поймал. Так при чем его здесь? Ну, ШП. Да, а Сава при чем тут? Забей.
На взлете субкультура один на ХП. Димон. Готовим антифир по цели. Кресты показывайте скилл. Кокоси на себе антифир. Отойдите от лучшего, чтобы вас в них не затолкало. Ой, на мне укус. Давайте, Димон, давайте рост. Штуки на ману. Тут культура, пой сразу на ману, ставьте тотем. Третий пакт за трай. Четвертый. Виталь, 24к, лучше ты не ловил, наверное. Оба друха, как обычно, не упало. Я лужу носил. Пучина без ГП нужна кому-то? Она же типа на ретрика неплохая, да? Ну типа да. Она же лучше, чем грань. Да я не знаю. Спорно. Токен защитника роли. Третий босс, третий токен. Брентроль без паладина. Чё Брентроль, кстати, вару как? КВП норм. ЧГС пойдет. Вару он вообще не катит? Нет. Нет, с профа был завоеватель. А с тухлика, ой, а с сурка покоритель. Чему-то нельзя начислить ГП, дровер робот может. А есть у кого-то... О, Маратгас, у тебя есть холи спек, да? Спекайтесь в танков, там Клёна и Сэлди, пожалуйста, на этот трэш. Сэлди написал 2 минуты, поэтому это плохо. Не нажимайте на птиц, это будет вайп рейда. И Маратгас получит ГП. Если вы забьёте ману, не забьёте. Я забил Димон. Давайте РДД дамажим. Все время кружок. Он потом чарнется в другую сторону, все равно в кружок играем. И призывают мобов, мобы. Вот эти самые высокие генералы. Полководцы. Что? Призывают мобов вокруг себя, какие? Вот дура вот эта. Смерти. Которая справа далеко сейчас стоит. Справа далеко там лед стоит. Нет. Уже нет, да? То лево, блин. Да я понял. Давайте в кружок играем. РДД в кружок. Милики в правую, высокую, на которой трусы. Ну,
Заберите с меня мастаунт. Молодцы. Давайте трусы добивайте, рейте. Танки отворачивайте стрелков. Друзья, если вас не затруднит, да, большое спасибо. А есть сурка ДПС в Котлин? Гоните там пятерку первую. Откуда это ДПС? Сурка. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Земли. Жалкие невежи. Да вы... Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Добивайте эту воздушную бабу. Стоп, ДД, не бейте бабу, бейте капитана. Все, бейте, бейте бабу. Че, не бить? Типа щит хилит ее. Ну же хилится независимо от урона. Да не, по-моему, хилится по урону. Давайте Маратгаз в хила, субкультура, Халамамун и Маратгаз в хила. И на рейде сидят я и два Эршама в порталах. А ДКДМ же это, да? Как его? Хил есть или нет? Вань, ну у тебя есть хил? Да, есть. Давай, спекайся в хила. Нет, ты одна сова будешь, а Салди в протопала на этого босса. Не, не надо, хватает хилов. Фердинанд, ты мне уже не нравишься. Поднимайся, пожалуйста, наверх. Давайте, поставьте, пожалуйста, рыбу. Кралька просила в РК меня сказать, вот говорю, Диан. Рыба стоит, спасибо, Сангвини. Кушайте рыбу слева. А Дживс есть? Черный шаман, ты отвалился, ты просто писал, что надо уйти. Дошел трэш с нами, дочистил и офнулся. После Вальки это иду, там чай попить. Только спустись, Слав. Фердинанд, ты здесь? Куда ему ниже спускаться? Короче, чек на пол. Давайте в порталах летаем за Джерионом, за звездочкой. Нас четверо в порталах, три человека на рейде. Если плохо будет с хилом, скажите в РК, я буду тоже хилить. Останусь.
окулярка. Вот этих мобов, пожалуйста, сразу гневом небес станьте, юзайте на них волшебные потоки, чтобы они ничего не кастанули. Виталик и Некромаг. Давайте. На счет три начинаем. Раз, два, три. Давайте стараемся бить максимально сильно подавление. Все время вливайте в подавление. В рейде в Альянсе в одного Иршама хилили Вальку. Просто 40 минут хил был, там уже Берса была у босса. А пацаны просто великолепно сливали подавление, и мы ее убили. Так иди к ним, гильдия. Хорошо, спасибо. Заходи в портал, это мой портал. Давайте в звезду. Ему против часовой. Судя по движениям Димона, который куда-то в небо улетел. Это против часовой, ты в небо улетел. Марат, там хилы, короче, по такие по 5 кгс. Если они умрут, рейд, то я тебя ГП начислю за порталы. Кажется, спешишь, Димон, из-за этого стаки пропускаешь. Понял, у меня 12. Смотрел кто-то фильм «Невидимый гость», я тут всем советовал. Войт, ты посмотрел? Какой фильм? «Невидимый гость». Силы возвращаются ко мне. Герои еще не... Рост или еще портал? Давай, давай, не, давай рост. Захилим, очень много хила. Давайте гимны, кралька, гимн на ХП. Паладины, возложение рук. Beautiful, гимн на ХП. Марат, гимн на ХП. Сколько ХП без порталов? Нету, конечно. Все в порталах были. Детка. Третий Рома шамана перехилил друлем. Грудь на мейн. Магия. Грудь на мейн. Айюна, кстати, какой-то маг идет с нами, уже долго молчит. Сколько? Поделите пополам. 350. 38. Это 19. 360, что ли? В чем 38? 78, да? Что ты считаешь? Я справился. Почему не вдвоем паролили? Фу, я пока считал бы вдвоем паролили. Некромаг, тебе тоже нужна эта шмотка?
Пока трэш бьется, я пойду на 3 минуты, давай побыстрее курочку поставлю. Двоих нету, по роллу отдал. Тогда просто больше КП будет. Там кто-то кинжал просил, дайте трейд, кому он надо там. Это некромагу дайте трейд. Все шмотки скидываю некромагу. Тот, кто просил кинжал, короче, он у меня за 50 голды продал. Аля, сказал, ты просил, да, я он этому отдал, клёну. Дайте козыри сумон. Тыкните, пожалуйста, в сум. Beautiful, зайди поглубже, пожалуйста, в рейд. Спасибо. Давайте посмотрим, сколько у нас человек будет бить этот трэш. ДД, короче, вижу так. Масал еще в танке. Идет. Красава. Приморозьте. Она же, блядь, до этого не может перетяжку делать. Ёлки, вся рямба. Дорн, призови Карасяна. Если нет от этого войска, у него 4 кхп у каждого. Долаг. А раньше сколько было? 28. Все, это чинить не собираются? Нет, это специально сделали, потому что уменьшили войску скалирования от таланта, типа ненасытный мертвец. Просто
войско, ну типа, войско должно хп эскалироваться, а урон не должен эскалироваться. Разработчик не может так сделать, типа, понимаешь? И он просто убрал хп и урон. Нормально, было хп много, и не били они так, было же нормально. А, было, но я не знаю, он или не может вернуть код, или я хер его знаю. Войско просто беспонтовое уже. Просто тратишь 4 секунды времени, а оно дохнет. Войско не должно дамажить как 1 ДД 5.8, оно дамажило 14к, ты что гонишь? Да ну брось ты, оно... Нет, там типа если воля прокает на, мало времени на силу и чешка. Не, у меня порт типа, было 14 или 13к дамага войска, у мутанта там еще больше, потому что у него все камни на силу. Дамажило как 1 ДД, считай. Пусть если повезет, у тебя прокнет корова, чешка, чарка, ну, типа, это, руна павшего рыцаря. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему я не вижу в ладони ПГП Деймоса, паладина? Потому что у него объединено но ЕП с кем-то. Посмотри в заметки. Там заметки у него. В ладони ПГП, ну ты заходишь в гильдию, смотришь на ник Деймос. Я не вижу ника. Я, может, глаза сплю, короче. И у него убить всех, типа на ханте ЕП. Ты в ладони, да? Должен видеть. Да. В ладони этого не вижу, это я только в заметках могу посмотреть, но мне ли. Да, типа, если в ладони нет человека, у него объединение с кем-то, короче. Уже второй дракон? Да, второй дракон. Поднимайтесь наверх, убирайте тотемы. Ваня, Азион, иди сюда наверх. Варенька. Красота. Кучно к звездочке собирайтесь, тут захиливаемся, садитесь жрать, когда Синдра спускается. Есть мамонт у кого-то хотя бы. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра норм. Проверяйте бафы. Пишите, кому чего не хватает. Бьем в 5 хилов магию, кроме меня.